он начинает. Только я хотел сказать, что начинает кушать хлеб, сразу же поклевывается. А это первый у меня сегодня. Виртуальный. Ой, не, простой карп. Он как давит. Хороший. Все в домике. Ну, он такой вот. Я думаю, взвешивать его не будем. Отпустим сразу же. Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня пришел на свое озеро, которое в Дарфорде, ну, в моем городе. Попробую половить карпа с поверхности. Неделю назад здесь с женой гулял. Вон какой плавает. Два их даже. Вон они. Думаю, не видно. Неделю назад гулял здесь с женой. Карп очень сильно нерестился. Вода кипела. Думаю, может, уже вот нерестился. И будет брать активно сейчас. Ну, будем смотреть, что с этого получится. О, ай-яй-яй. Есть. Ай. Сошел, блин. Как так? Черт. Ну ладно, ловим. Походу надо менять крючки, блин. Он первая рыба и разогнула его сразу же. У меня только сегодня с собой вот эти крючки. Буду менять крючки. В дальнейшем куплю новые. Но мы будем ловить дальше. Купил себе рогатку, чтобы подкармливать его. И вот собачьим кормом подкармливаем карпа. И причем он подходит, кушает. Сейчас хлебушек зарядим. Одного мы уже поймали. Один сошел у нас сразу в самом начале. Сейчас хлебушек зарядим. Можно закидывать. Блин, у карпа много ходит. Единственный минус в этом озере, что он в черте города. И, блин, здесь народу вечно много гуляет. С собаками. Ну, не очень приятно. Но собачий корм карп жрет сейчас. Правда, мой хлеб немножко правее, блин. Вон где он плавает. Хлеб метр вправо. Может, сейчас подойдет. Надо, может, попробовать будет сам собачий корм повесить на крючок. У меня резиночки есть специальные. Я думаю, сейчас подкормить еще его. И закину так один крючок с кормом собачьим. Посмотрим. Пришла жена, поменяли место и принесла морожка. Карина, привет. Тут хоть посидеть можно. Попробуем здесь. Я думаю, тоже будет клевать. Будет она у меня сегодня оператором. Подкормим кормом сейчас собачьим здесь. И вот так возьмем собачий корм.
и резинку. С таким большим куском не должен тонуть. Потому что если меньше кусочек корма ставишь, от крючка веса он тонет немножко. Плюс-минус там где-то прикармливал. Сейчас подождем. Посмотрим, будет, не будет. Поменяли место, вернулся обратно сюда. Тут хоть тенек есть. Тут хоть поклевки были, а там были невнятные, но рыбу не поймал. Поэтому будем сидеть здесь. Тут тенечек. У нас на улице, не знаю, наверное, по 30-ку жара, блин. Так что ждем теперь его здесь. По плавку бьет и, блин. Промахнулся. Снаряд зарядили. Сейчас закинем. Ага, и хлеб слетел. Прикормили. Заряжаем снова. Вот так зарядили. И закидываем. Хлеб на месте остался. Это радует. Будем ждать сейчас. Есть. Хороший. У нас тут сачок лежит. Вот тут удобнее брать. Куда ты в коряге идешь, дорогой? Нет. Это зеркальный карпик у нас. О, как он жару дает. Тихо, 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 тихо. Ну все, все. Пузатый-то какой он. Поднимай. Все, 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 так и держи. Достань котик. Сейчас мы с ним сфоткаемся. Я его отпущу обязательно. Карпик, не станем его взвешивать, слишком жарко сильно на улице, чтобы не мучить его долго. Подожди, побежи. Тихо, сейчас поплывешь. Пошел кабанчик. Спасибо. Спасибо.
Я ловлю, жена подкармливает. С детства вспомнили. С рогатульки. Собачьим кормом. Подходит на него тоже, но пока на него не поймал еще. Пока ловлю только на хлеб. Ну, ловил на корм, пытался, но не засекался он почему-то. На хлеб как-то больше увереннее он берет. Он карп подошел, кушает корм. Хлеб захочет? Ого. Попробовал, сейчас подойдет еще раз. Ну-ну. По плавку бьет опять. Хороший. Вот это у нас уже чистый карп. До этого был зеркальный. Он тоже небольшой. Сегодня все стандартные берут. Ну, этот маленький, двушечка, наверное. Ах ты, падла. Ну все, будем его отпускать, красавца. Сейчас жене покажу для фотки. Ну все, отпускаем его. Спасибо. Красавец. Ну что, закидываем еще? Блин, этот тополиный пух, он весь на леске. И не закинуть нормально, засыхает он там. А если поставить шнур, так все. После такой рыбалки шнур можно выкидывать. Поэтому, когда тополь, сейчас, когда начало лета, пух летит, его лучше ловить на леску. Опять хотел включить камеру, чтобы показать, и, блин, профукал поклевку. Ну, снайпер. Точно в цель. Опять одна поклевка мимо у нас. Жена, отходим. Вот это хороший у нас взял. Опять же такой же, блин. Он какой красивый, черный аж. О. Ну все, будем отпускать его.
О, стоит красавец. Все, спасибо. Он как уходит красиво. А, череп... О, карпики. Два приплыли сюда. Ага. И черепашка вон, собачий корм кушает. Привет, черепашка. Будем заканчивать. Пару часиков половили, можно и домой. Так что всем, кому понравилось, и до новых встреч. Пока. Пока, говорю.